активизирует воображение. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Это имя напрямую связано с организаторскими способностями. В мышлении у этих людей присутствует сбалансированность, предприимчивость, сосредоточенность. У человека повышена чувствительность к тому, что говорят о нем люди. Носители этого имени умеют подстраиваться под других людей. В любви эти люди непостоянны и предпочитают часто менять партнеров, чтобы не потерять собственную свободу. Расположенность к Лене у этого имени и созерцательность затрудняет поиск своего жизненного предназначения. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Буква А в этом имени несет символ первооткрывателя. Основные значения этого имени – провидец, крупные начинания, духовность, практичность, интуиция, вдохновение, дисциплина, лидерство, мудрость, трудолюбие, честность, доверие. Для таких личностей целью жизни становится борьба за справедливость и благополучие. Буква «С» в этом имени создает стремление к прочному положению и материальной обеспеченности. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Звук «Б» в этом имени означает постоянство, рациональный подход, пробивные способности, стремление к материальной обеспеченности. На них возложена особая ответственность вести себя так, чтобы не нарушить ни одного закона морали. Если родные и близкие ударяют и издают звонкую букву «Б», называя владельца полным именем, то это считается признаком большого авторитета в семье, также значит потребность человека в острых ощущениях. Головокружительная любовь, риск коммерции, пробивные способности – вот цвета этого имени. Если вы посчитаете этого человека малоинтересным для себя, все равно цените и не теряйте из числа друзей. Исцеление от душевных ран скорее находится рядом с этим человеком. Работа для этих людей вообще играет большую роль, поэтому промахи оцениваются тяжело вплоть до депрессии. Буква «С» в этом имени означает здравый смысл. Для владельца имени с буквой «Л» требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические, художественные таланты, стремиться поделиться знаниями и ощущениями с партнерами. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.